Вы имеете в виду спортивные перспективы? Да. Сам факт участия, Александр Дмитриевич. Ну, вчера, как я уже сказал, состоялось два важных события. Это слушание в суде и второе событие исполком Международного олимпийского комитета, где также был принят целый ряд решений. Вот, хотя исполком объявил о том, что окончательное решение по поводу участия и порядка допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио будут приняты позже. И в этом решении Международного олимпийского комитета сказано, что они также будут очень внимательно следить за решениями Международного арбитражного спортивного суда. Думаю, что МОК будет принимать окончательное решение в конце недели. Но также в этом решении уже сказано о том, что, собственно говоря, повторено решение, которое было принято на Олимпийском саммите в прошлом месяце, о том, что главными действующими лицами, кто будет принимать решение об участии российских спортсменов, должны быть международные федерации. И именно международные федерации по каждому виду спорта должны принимать решение о участии российских спортсменов. На сегодняшний день большинство наиболее крупных международных федераций, как вы знаете, высказалось в пользу участия российских спортсменов. Мы слышали такие заявления от Федерации плавания, водных видов спорта, от Федерации гимнастики, волейбола, борьбы и так далее. Не буду перечислять.